Фонд сильнейших городов предложила создать Тереза Мэй. Фонд капиталом 1 миллиард 600 миллионов фунтов стерлингов, по словам премьер-министра Великобритании, поможет стимулировать экономический рост в населенных пунктах, которые поддержали Брексит. Подробности у агентства Рейтер. Первая информация о новом фонде появилась в британских СМИ в феврале. Его создание рассматривается многими как попытка Терезы Мэй заручиться поддержкой ее соглашения по выходу Британии из Евросоюза со стороны оппозиционных законодателей и лейбористской партии из региона. Пресс-секретарь партии Джон Макдоналл уже заявил, что фонд является своего рода взяткой. По его словам, за счет фонда правительство хочет подкупить членов парламента, чтобы те проголосовали за разрушительный закон о выходе из Евросоюза. В то же время британские министры отрицают, что пытаются таким образом заручиться поддержкой плана Терезы Мэй. Цитата. «1 миллиард фунтов уже выделен, причем более половины этих денег направят в города на севере Англии. Правительство заявило, что еще 600 миллионов фунтов будут доступны для городов по всей стране», говорится в статье агентства. Великобритания должна покинуть блок в конце месяца, а Тереза Мэй, чья сделка с Брюсселем о выходе из состава Евросоюза была отклонена подавляющим большинством законодателей в январе, пообещала парламенту проголосовать по пересмотренной сделке 12 марта. Космический корабль компании SpaceX Crew Dragon успешно состыковался с МКС в полностью автоматическом режиме. Он предназначен для доставки астронавтов и полезных грузов на орбиту. Издание Verge сообщает, состыковка с Международной космической станцией была наиболее опасной частью полета капсулы. Дело в том, что это первая автоматическая операция для нового шлюза станции, установленного в 2016 году. СМИ сообщали о договоренности НАСА и Роскосмоса эвакуировать экипаж американского сегмента в российский, если что-то пойдет не по плану. Этот стыковочный маневр капсуле придется выполнять регулярно в будущем, когда она начнет транспортировать астронавтов. Цитата. «Стыковка является сложным процессом, необходимым для обеспечения возможности пассажиров добраться до станции, и текущая демонстрация показывает, что Crew Dragon способен безопасно доставлять астронавтов на МКС», пишет Verge. Капсула доставила на станцию около 180 килограммов оборудования и материалов. Корабль проведет на орбите почти неделю и вернется на Землю. В отличие от «Союзов», он может доставлять на МКС семерых членов экипажа, а не троих. Заживление раны с помощью принтера. Теперь это возможно. Как пишет Nature Scientific Reports, американские ученые спроектировали биопринтер, который сможет распечатать кожу прямо на ране. Работает это так. Образцы клеток пациента отбираются, размножаются в лабораторных условиях и загружаются в биопринтер. Затем происходит печать. Цитата. «Мы продемонстрировали работу нашей системы, напечатав двухслойную кожную конструкцию, состоящую из человеческих фибробластов и кератиноцитов, и устранили с ее помощью дефект кожи у голой мыши», говорится в статье. Сейчас раны и ожоги лечатся с помощью пересадки собственной ткани, однако бывает, что неповрежденной кожи недостаточно. Также можно пересадить покровы донора, но не исключены трудности с отторжением и шрамами. Технология может устранить необходимость в болезненных кожных трансплантатах. Мобильный биопринтер ускоряет оказание медицинской помощи и снижает стоимость лечения, говорят врачи о плюсах нового аппарата. После применения биопечати эпители образуются на ране уже на первой неделе, в то время как обычная рана эпителизируется примерно за 4 недели. Как повысить эффективность обучения? Рекомендации нейробиолога опубликованы в финском издании «Хельсинкин Санамат». Профессор Мина Хаутилайнен говорит, что есть много способов улучшить свои результаты. И вот один из них. «Информация переходит из кратковременной памяти в долговременную во время ночного сна», говорит эксперт, и рекомендует разбить учебу на несколько дней. Тогда останется достаточно времени для формирования новых нейронных путей в мозгу, что происходит ночью. Хотя поможет и дневной сон, но длиться он должен 10-15 минут, не больше. Еще один совет. Меняйте предметы, которые учите, и не занимайтесь одним и тем же слишком долго. Готовясь к экзаменам, к примеру, один час можно посвятить английскому языку, другой – математике. Но частота смены предмета зависит от учащегося. Следующий секрет – игра на запоминание. Цитата. «Самопроверка гораздо эффективнее простого чтения, поскольку во время тестирования активизируются нейронные пути. Сделайте карточки, на одной стороне которых будет вопрос, а на другой – ответ. Сразу станет понятно, что запомнилось плохо и требует повторения», предлагает Хаутилайнен. Для эффективности учебы можно задействовать различные каналы принятия и обработки информации. Если материал, который нужно освоить, состоит из одного лишь текста, можно нарисовать к нему иллюстрации. Если нужно изучить схемы и картинки, можно описать их своими словами. И, наконец, не забывайте завтракать, не отвлекайтесь на социальные сети и наслаждайтесь, получайте удовольствие от усилий, рекомендует нейробиолог.